Есть кто против или воздержался? Прошу озвучить. Если против и воздержавшихся нет, считаю принятым единогласно. Вот так единогласно на внеочередной сессии депутаты Кустанайского областного маслихата приняли решение присвоить имя Владимира Петровича Матвиенко детско-юношеской школе Олимпийского резерва. В длинном представлении этот прославленный тренер, воспитавший не одно поколение талантливых спортсменов, не нуждается. Однако история с увековечиванием его памяти в таком формате длится уже не первый год. Длился вопрос очень давно. В 2015 году, когда Владимира Петровича не стало, вот с тех пор, наверное, вот где-то с июля-августа месяца вот этот вопрос уже стоял, уже подавали этот на присвоение школе имени Матвиенко Владимира Петровича. Уже несколько раз будировалось, несколько раз мы много собирали подписи, всех и привлекали, чтобы действительно вот ходатайство было от нашей школы, от Федерации греко-римской борьбы, от общественности нашей. После проделанной спортивным сообществом и общественниками работы по сбору подписей за рассмотрение вопроса взялись депутаты. Этот вопрос, он неоднократно поднимался. Вот последний раз он поднимался 3 года назад, в 2018 году. Также вот был рассмотрен и на областной номастической комиссии, позже рассмотрен на сессии маслихата, и было получено одобрение. Но впоследствии документы, когда были направлены на рассмотрение для получения заключения в Республиканскую аномастическую комиссию, то там поддержку это наше предложение не нашло. А вот у кустанайцев и в спортивном сообществе оно как раз-таки воспринимается с позитивом. Борцы говорят, что Владимир Матвиенко был не только прославленным тренером, но и замечательным человеком. Поэтому его имя достойно памяти. Я считаю, что это очень правильное решение, потому что мы знаем его, он наш тренер первый, который научил нас всему, что мы знаем. И с него пошло все вот это подрастающее поколение. Я думаю, это очень правильное решение и очень хорошее. Владимир Петрович – это один из немногих тренеров, который стоял у зарождения вообще всей борьбы в Казахстане, независимом, в Кустанайской области. И сегодняшний результат, все, что достигли наши кустанайские и не только кустанайские борцы, это его заслуга в том числе. Вот я считаю, это очень справедливое решение. И мы полностью все, весь борцовский мир, наши ученики, тренера, все только были бы рады, если бы этой школе было присвоено имя Владимира Петровича Матвиенко. Сейчас все необходимые процедуры пройдены и документы направлены в Республиканскую аномастическую комиссию. На следующем заседании его рассмотрят. Депутаты и спортсмены надеются, что оно найдет поддержку и одобрение. И детско-юношеской школе Олимпийского резерва все-таки будет присвоено имя Владимира Петровича Матвиенко. Диара Ахмечен, Яна Гала, РТН.